Здравствуйте, дорогие новочебоксарцы! Я Юлия Ивановна Диль, в настоящее время проживаю со своей семьей в Германии. Но в душе мы все равно новочебоксарцы, никогда не забываем нашу солнечную Чувашию, наш город Новчик и наш родной центр творчества. Совсем не верится, что нашему городу уже столько лет, ведь мы ровесники. И совсем недавно мы делали экспозицию в музее к 40-летию города. И уже столько лет пролетело. А мне очень жаль, что в этом году нет возможности посетить родной город, тем более в эти юбилейные дни. Нас всех с юбилеем, чтобы наш родной, самый лучший на свете город стоял еще долго на земле, становился краше и лучше. От всего сердца, дорогие новочебоксарцы, счастья вам, здоровья и всего самого хорошего!